Вот как красиво. Чья работа? Воспитанники подросткового клуба «Курай» продемонстрировали Шамилю Халитову свои таланты, а первый заместитель главы города – свои. Вот. Денис Манаев несколько месяцев трудился в команде единомышленников. У каждого из ребят была своя задача. У Дениса – мастерски выжигать и конструировать. Нет. Получается. У меня очень отлично получается, хорошо. Лучше, чем? Да. На конкурс Салавата Юлаева воспитанники Курая смастерили макет башкирской деревни. Здесь и мост дружбы, и мельницы, и, конечно, один из неизменных символов республики – пасека. На вопрос, трудно ли было воплотить идею, скромно отвечают – совсем немножко. Вот эта вот работа, да, сначала мы сделали мост дружбы, да, получается, тут рассказывается о Башкортостане, то, что мы делаем хлеб, то, что у нас все хлеб молотит. Подарки из Министерства молодежной политики пришли в канун праздника, поэтому ребята решили поздравить в торжественной обстановке. Награждается грамотой Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Манаев Денис Геннадьевич. Первая грамота столь высокого руководителя, министра, я поздравляю, чтобы это у тебя не последний, у тебя было очень много. Всем участникам проекта вручили рюкзаки с символикой республики и, конечно, почетные грамоты. Это первые серьезные достижения ребят республиканского уровня. Но воспитатели уверены, далеко не последние. Лилия Гарифуллина, Денис Кузнецов. Время новостей.